Смотрящему из Ордатова вынесли обвинительный приговор. Напомним, 32-летний Роднир Бикчурин, собрав двух единомышленников, вымогал деньги для так называемого грева зоны, зачастую применяя насилие в отношении жителей района. По версии следствия, преступные действия лидер группы совершал с 2016 по апрель 2017 года. Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей. Деньги в так называемый общак собирались по отработанной схеме. Бикчурин с подельниками находили людей, имевшими по криминальному жаргону проблемы на улице или долги. Расположение авторитета можно было купить за сумму от 10 до 40 тысяч рублей. Кто добровольно не платил, вымогали под угрозой расправы. Встречи проходили в кафе «Лидер» и «Эгоист». Для передвижения по другой смотрящего был автомобиль BMW. 13 июля Родниру Бикчурину вынесли приговор. Признан виновным в совершении преступления, предусмотренных пунктами АВ, часть 1, статьи 163, и пунктом А, часть 1, статьи 161, а также 13 преступлений, предусмотренных пунктом А, часть 3, статьи 163 Уголовного кодекса СССР, и осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такое мягкое наказание смотрящий получил за сделку с правосудием, в связи с чем в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство. Судебное разбирательство по подельникам Киянице и Фирсову еще продолжается в Ордатовском суде. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».